Андрей Усачев. Грецкие стихи. Язык бывает русский, французский, турецкий, английский и немецкий, но не бывает грецким. Вы скажете по-грецки? Помрут от смеха греки. Язык бывает греческий, а грецкие – орехи. Когда же вы каши греческой попросите в обед, вам скажут: каши греческой у нас, простите, нет. А грецкая и грецкой нет, махнут на вас рукой. Бывает каша гречневой и больше никакой. А если вы встречаетесь гречанкой над речкой, не надо звать гречанку гречихой или гречкой. Все греческие девочки решат, что вы тупой, раз греческую девочку вы спутали с крупой. А если перепутаете грека и грача, родители немедленно к вам вызовут врача. Прошел я курс лечения и повторю для всех. Язык бывает греческий, и нос бывает греческий, а каша только гречневый, а грецкий лишь орех.